狮虎营社本章 CD 由嗨神雪松为您独家提供，官方 QQ 23104213幺零，欢迎您的收听。Все нормально, все хорошо. Кстати, как вам Шэньчжэнь? Напишите об этом обязательно. Бидоны хорошие, на велосипеде, погода замечательная, все хорошо. Настроение улучшилось, потому что у меня получилось поменять свой замок. Они говорили, что у меня его подпилили и так далее. На самом деле ничего не подпиливали, все честно, он реально просто взял и обломался. Вот. Чуть-чуть, небольшое такое, знаете, давление для меня создали, говоря о том, что мне его подпилили, и поэтому, как бы... Поэтому он разорвался. На самом деле нет, действительно замок сломался не по чьей-то причине, ну, то есть очевидно, что кто-то дернул, но ничего нигде никто не подпиливал. Это факт. Он просто сломался, просто оторвали. Велосипед бы украли, если бы, ну, если бы цель была такая. Вот, на самом деле нет. Короче, я поменял замок на вот такой вот замок. Теперь у меня замок больше, замок мощнее, крупнее. И посмотрим, как он будет отрабатывать. Вес, конечно, у него побольше, но относительно того, уж прям не сильно-сильно больше. Я думал о том, что, ну, как покупать такой тяжелый замок, да ну нафиг. Вот, тем не менее, все обошлось. И сейчас хочется только сказать то, что на том первом замке они мне сразу же начали говорить: ну, ты вот тот замок-то купил, но он же не для велосипеда, не для пристегивания велосипеда к чему-нибудь. Он слишком слабенький для этого. Ну, конечно же, хочется сказать: ты что ты несешь? Открыли этикеточку, посмотрели внутри, вкладыши рассмотрели. А там действительно картиночка показывает, что он не для пристегивания велосипеда, не для хранения велосипеда в качестве безопасного замкового сооружения. Нет, он для того, чтобы пристегивать какие-то вещи к велосипеду. Какие-то вещи, представляете? Бред какой-то. Ну, какие-то маленькие вещи. Ну это, знаете, получается такой товарная игра, такой товарный поворот, такой, не знаю, как сказать-то. Маневр, ну, нехороший ход, мне не понравился. Но в целом без проблем, все поменяли, очень адекватные ребята, все хорошо. Я доплатил за этот замок 20 юаней, получается, он стоит 49 юаней, вот этот вот замок, тот стоил 29 юаней. Получается, тот я, грубо говоря, купил за 300 рублей, а этот купил за 500 рублей. Вот такая вот разница. Ну вот, ладно, теперь меня ждет дорога домой, новый замок буду использовать, надеюсь, все будет окей. И сейчас вы будете наблюдать новые уже виды в новом кадре. Я поеду специально не по той же дороге, по которой ехал сейчас. Поеду по другой, ну, посмотрим дальше на Шэньчжэнь. Надеюсь, камера не сильно тряслась, я ни разу так не пристегивал камеру. Надеюсь, вибрации не супер достают. В общем, все, надеюсь, окей. Всегда стараюсь стабилизировать видео с помощью стабилизатора, но как-то на велосипеде сам стабилизатор крепит, все это качается и получается не очень. Надеюсь, жесткое крепление вот такое вот, все-таки дороги более-менее нормальные, не более даже, а нормальные, хорошие. Вот, поэтому, надеюсь, все окей. Ладно, поехали дальше, продолжаем смотреть, любоваться Шэньчжэнем, а я еду загораю, я еду на самом деле без футболки, я еду загораю. Все, ладно, погнали. Тут вон красотища, мосты, цветы на мостах. Обалдеть, какая красота. Все это прям очень радует глаз. Ладно, ребят, поехали дальше. Yeah.
мы внимание, в парке в центральном городе Шэньчжэнь. Здесь, посмотрите, настоящие снаряды, можно по-настоящему заниматься. Настоящие брусья, настоящие турники. Офигеть, даже вон канаты есть, все, что нужно. Life is weird.